Дом на Ульяновской, 44, после капитального ремонта притягивает внимание всех жителей. Отремонтированная крыша, разноцветный фасад, в подвале новые инженерные сети, в подъездах двери и окна. Работы выполнены в начале июня, точно в срок. Вовремя делают апгрейды на Рокоссовского, 58, и Ланькова, 33. Никакого дискомфорта никто не чувствовал, никакой грязи не было, все за собой убирали, все было аккуратно, чисто. Стараются, дом управления, конечно, старается, работает очень приятно все. За несколько лет до этого у нас еще возле дома сделали спортивную площадочку. Очень много детей на ней постоянно. Капитальный ремонт жилфонда идет полным ходом. В Первомайском районе работы ведутся в домах на Западной, 22, Горелика, 57 и 59. В основном в бригадах по 4 человека – штукатуры, монтажники, высотники. Никто не стоит без дела. Пока одни красят фасад, другие меняют трубы. Производятся работы по замене стояков по квартирам. Работы ведутся на крыше по производству кровельных работ. Все сдадим вовремя. В 2022-м в Бобруйске отремонтировано 14 многоэтажек. В этом в планах 21. Орловского, 34, Гагарина, 10, Гоголя, 37, Островского, 54 и не только. Полный список на сайте горисполкома. Финансирование значительно увеличено. Все силы направлены на качество и оперативность работы. В этом году выполнено комплексное благоустройство 5 дворов. Там установлены детские игровые площадки. Это Крылова, 56, 54, Ульяновская, 70. Горелика, 23, проспект Строителей, 24 и Орджоникидзе, 42Б. В рамках благоустройства проводятся работы по ямочному ремонту придомовых территорий, производится замена, установка скамеек и урн. Маршрут развития. В городе ремонтируют и дороги. Покрытие готово на Социалистической, Ковзана, Октябрьской, Шевченко, Куйбышева, Пушкина, Карла Липнихта, Минском шоссе, а также на переулках Бахарова, 4-й Путейский и 3-й Луговой. И это лишь часть списка. Активная замена асфальта сейчас идет на Гагарина, Ченгарской, Карла Маркса, Сети Пролетарской и Садовой. А значит, Бобруйск преображается на глазах. Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.